Всем привет, YouTube, привет. Тут периодически мы обмениваемся мнениями по поводу вот отопления печкой Бульриан, ну и как бы обмениваемся опытом по поводу того, как увеличить теплоотдачу, чтобы топить вот этот гараж, допустим, мой, и топить вот здесь 18,9, ну 19. Вот, на улице пишет, что 4,2, это не совсем так, градусов 8, просто сам датчик от этого термо, как бы, ну, тепло от гаража воспринимает. Не совсем он на улице, я его специально не выкидываю. Почему? Потому что, ну, его могут там откусить, дернуть за провод. Ну, как говорится, он никому глаза не мозолил. Вот, топлюсь я вот такими дровами. Когда-то это была шикарная стенка. Люди за стенку там чуть ли не родину продавали. А сейчас вот она стала не нужна, и ломали, и все. Значит, что добавилось? Раньше у меня были вот такие ленторчики. Они тут еле-еле душевтели дуют. Ну, как бы не сильно, но в пределах разумного. А теперь вот добавилась вот такая вот ерундистика. Дует она как сумасшедшая. О, слышен звук, даже как в трубах воздух гудит. Это с какого холодильника. Вот, напор тут, конечно, мама дорогая. Я вот прям дует горячим воздухом. То есть теплоотбор резко повысился. Ну и высвободившись отсюда так, колонку вентиляторов, я вот сюда подвесил. Здесь, как бы, наверное, считается самое теплое место. Вот, и еще дополнительно отбор от трубы. То есть, что, получается, вот я охлаждаю тем самым трубу, то есть меньше на улицу идет. Тут она дует, конечно, труба тепленькая, но тем не менее. Вот. И максимально стараюсь отдать тепло у печки, то есть чтобы топилось поменьше, а не улица. Вот, так сказать, такие соображения. Кому надо топить, но опять же, печка должна быть в режиме, ну вот примерно так. Вот. А это, если печка холодная, то смысл заморачиваться. Здесь вот перекрыто у меня. Вот. Хотя там где-то четверть. Да не где-то, а четверть открыта. А здесь вот, вот так. Ну и, короче говоря, вот такая система. Вентиляторчик. Этот насколько. Вот как тихо стало. Вентиляторчик этот такой вот. И он такой упертый дует от 20 вольт. Я не знаю его ни характеристик, ничего. Просто мне сказать, что с какого-то холодильника, морозильника, в общем, еще наддув. Вот, ребята, которые занимаются холодильниками, кондиционерами, мне дали, так сказать, для элемента. Вот спешу поделиться. Значит, эффективно, конечно, очень эффективно он дует. Не знаю, там я расхода и прочего, но факт, я думаю, если поставить вот таких два вентилятора вниз и еще пара, то есть один повыше, один пониже, то эффективность имеется в отбор тепла, ну, охлаждение печки воздухом, испарение и трубы будет гораздо более, так сказать, эффективным, естественно, быстрее будет натапливаться и в единицу времени, так сказать, затраты дровишек будут более эффективными. Вот. Кто-то там говорил, что вообще сама печка без ничего там до 95-93%, я не знаю, надо почитать в интернете эффективность. Ну, скажем так, охлаждая трубу, вот, мы меньше топим улицу, а больше топим помещение теми же дровами. Потому что улицу все равно не натопишь. Ну, поделился чем, как говорится, знаю, умею. Все, всем пока. До новых встреч. Маленькая заметка и доделка по бульрьяну. Вот эти вот штуки стоят и иногда дребезжат.
Я вот что сделал. Наклеил наклеечки. И уже не дребезжит. А то вот такая вот вещь. Получалось по звуку. Так, продолжим. Поэтому я вот налепил такие вот подошвочки. А продаются они в мебельных магазинах. Вот такая красота. Вот. И как только ты наклеил, вот я две наклеил. Надо было вот еще третью посерединке. Она здесь клейкая. Вот, наклеиваем еще вот так. Посерединке. Вот все равно позвякивает. Чуть-чуть. Но уже не так. А то раньше прям звенело вот так вот. Вот так фигня была. То есть потихоньку надо усовершенствовать. Вот так чуть пошевелись, вроде нашел место и мягко работает. Ну как бы это все. Вот. Мы же хотим сделать все лучше, а не хуже. И вот так потише и получше, покомфортнее. В общем, вот такое вот мое усовершенствование. Потихоньку, потихоньку к чему-то.